Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. По доброй традиции, вы не смотрите, что эти места пустые. Это наших кинематографистов, те, кто потом будут вместе с вами смотреть нашу церемонию. А сегодня мы начинаем уже второй раз, как в прошлом юбилейном году, со звездной дорожки здесь, в филармонии, где когда-то, уже теперь 21 год тому назад, мы начинали первую Амурскую осень. И уже теперь по традиции нашу дорожку открывают короткометражники. Я первыми приглашаю Марину Азнаурову и Елизавету Кашинцеву, которые представляют короткометражный фильм «Черная». Давайте поаплодируем девочкам, они актрисы, а Марина, кроме того, еще и продюсер. Варвара Алешкевич представляет короткометражный фильм «Прогулка». Вообще, в этот раз у нас короткометражников много, они приехали прямо с самого начала. Алина Бородина, замечательная актриса, продюсер. «Жили они счастливо», так называется фильм Алины Бородиной. Андрей Васильев, актер, теперь и режиссер, телеведущий. Фильм «СВАЗ 6500», вот такое загадочное название. Ильсеяр Дамаскин, ее картина называется «Пируэт». Николай Коваленко, который представляет картину «Лелера». Вот такое интересное название у фильма. Михаил Мерзликин и его картина «Хам-Арах». Тоже не менее интересное название. Ольга Никольская и Григорий Сазонов представляют короткий метр, который называется «Расскажи». Илья Северов, уже завсегдатай нашего фестиваля, его картина «Отдам». Иван Турухана и его картина «Секретное место». И еще один представитель короткого метра, актер Данил Тябин и его картина «Дурачок». Давайте всем им пожелаем удачи. А сейчас мы представляем тех из режиссеров и создателей, кто находится здесь из конкурса полнометражных фильмов. Александр Садриддини, режиссер из Ирана, но живущий в России, и продюсер Хельга Эфре. «Зона вселенной», так называется картина. Ананке Арейра, я не вижу, где Ананке. Подождите, Таня, подождите, Илья. Ананке Арейра, вот она сидела почему-то в зале. Давайте поаплодируем этой маленькой скромной девочке. Она представляет фильм «Новое чудо». Ну вот, а теперь Таня Воронцова и Илья Долгих. У них такое странное название «Пси-антиномия». Я не знаю, что это такое, возможно, посмотрим, узнаем. Дмитрий Сергин представляет фильм «Фургон желаний», актер и режиссер. И Денис Павленко представляет свою картину «На берегу». Вот пока эти режиссеры и создатели фильма находятся здесь, в Благовещенске. Программный директор нашего фестиваля, который уже несколько лет собирает новые картины, которые даже еще нигде не были показаны, продюсер, сценарист, теперь и режиссер Александра Жукова и руководитель бессменной нашего пресс-центра Ольга Шмырова. Наш дорогой и любимый Лю Минсю. Я очень рад, что наконец китайские друзья к нам приехали. Мы этому обстоятельству очень рады. Се Шуго, замечательный художник. Актриса Джан Шаньмен. Актер и режиссер Джан Дунсин. И наш замечательный Ван Янбин. Вот такая делегация из Китайской Народной Республики. Наши друзья из Японии, режиссеры Дайсуки Тарутани и Ирена Мацуяма. Они тоже покажут картины, как и наши китайские друзья. Гости фестиваля. Из солнечной Кабардино-Балкарии приехала Тина Балкарова. Она представляет Министерство культуры Кабардино-Балкарии. Наши друзья, хотя и с русскими фамилиями и лицами, из Турции Вера Алкаш и директор фестиваля 6 премьер в Анталии Марина Сорокина. Виктор Пипа, сценарист фильмов короткометражных, которые мы здесь снимаем. Катя и Таня Ласкины. Катечка у нас телеведущая, ее мама замечательная, хотя мы их называем всегда сестрами. Они живут в Нижнем Новгороде, вообще и в Москве. И очень помогли нам провести в этом году фестиваль в Дзержинске. Наталья Румянцева, продюсер и участник проекта «Голос» Артур Васильев. Астролог. А и теперь певица Тамара Глоба. Режиссер Полина Альденбург, с которой мы вместе в этом году плотно очень работаем и снимаем кино. Михаил Аракелов представляет «Дом актера». Я очень рад, что мы с Мишей работаем, сотрудничаем. У нас были вечера
с Домом актера продолжаем эту традицию. Данил Степанов представляет Хабаровский музыкальный театр. Анастасия Романова «Тобол-фильм». Город Тобольск, город Тюмень. Так, сейчас я буду смотреть, но я не вижу, кто это. Прошу прощения. А, Маша, но я думал, что вы пойдете вместе, а я вас и не узнал. А где Кирилл? Маша Рассказова представляет спектакль «Розыгрыш», а исполнительница одной из главных ролей. Виктор Юрков, новое имя нашей фестивальной карте, Аким Тышко, приехал из Минска. Георгий Пирадзе, Гия Пирадзе представляет завтра свой спектакль «Иное» в галерее Пушкарев. Олег Харитонов, хорошо известное нам уже имя на нашей фестивальной карте, лауреат государственной премии СССР Елена Борзова. Сергей Балашов и Алина Балахонова. Сережа представляет конкурсную программу. Алина снималась в нескольких картинах нашего фестиваля. Ратмир Гарифуллин прибыл из Казани. Сергей Савин, победитель «Фактора А». Евгений Бонифатов и Настя Денисова играют в спектакле «Куза Наста». Ольга Панюшкина впервые на фестивале, а Влад Шкляев уже много лет дарит свое искусство. Два Артема. Артем Кашкин и Артем Губин. Два молодых талантливых артиста. Артисты Московского губернского театра Валерия Минина и Дмитрий Карташов. Иван Заматаев и Маша Казакова. Причем Маша давно не была на фестивале, будет сниматься у нас в кино в этом году. Так, я всех вот и не вижу. Я Вадим Капустин, кажется, совершенно верно. И Игорь Лямин, хотя одел очки, но пытаюсь. Игорь Лямин, Вадим Капустник. Участник второго сезона проекта «Голос». Актеры театра «Приют комедианта» Вячеслав Коробицын и Елена Калинина. Ребята, которые представляют спектакль «Без свидетелей» Александр Лае, Евгений Тихомиров и продюсер Светлана Бельская. Влад Конопко тоже играет в спектакле «Куза Наста» и Даша Егорова. Уже несколько дней крещащая по Амурской области, как и Юлия Такшина и Слава Гугиев, автор пьесы, режиссер спектакля «Розыгрыш». Игорь Шкурихин и заслуженный артист России Александр Наумов. Встречаем Сашу впервые здесь, Игорь тоже. Евгения Лютая, Женя второй раз на нашем фестивале, как и Яна Крайнова. Я не называю сейчас сериалы и фильмы актеров, чтобы быстрее как-то всех пригласить на эту сцену. Победитель шоу «Успех» на канале России Ив Набиев. Участник проекта «Голос» и звезда мюзиклов Вадим Мичман. Александр Макогон впервые на Амурской осени. Маша Болтнева, актриса театра имени Маяковского, которую вы и так хорошо знаете по сериалам. Народный артист России Юрий Чернов. Катя Семенова. Заслуженный артист России Сергей Селин. Впервые на фестивале он тоже занял спектакле «Розыгрыш». Член жюри конкурса незавершенных проектов Елена Калинина, продюсер и второй режиссер. Жюри конкурса короткометражных картин. Так, я сейчас не вижу. А вот Настя Венкова, пожалуйста. Никита Сичка, актриса, режиссер. Режиссер, кстати, участник короткого метра прошлых лет. И продюсер Максим Добромыслов возглавляет конкурс жюри короткого метра. Жюри конкурса антрепризных спектаклей. Театральный критик и продюсер Лейла Курашинова, драматург Александр Коровкин, ведущая актриса театра «Этсетера», народная артистка России Людмила Дмитриева и председатель жюри, директор, художественный руководитель, заслуженный работник культуры России, лауреат премий «Прорыв», еще всяких знаменитых премий в Петербурге, Виктор Минков, представитель жюри конкурса «Антрепризы». Жюри конкурса полнометражных картин. Артист театра и кино Артем Алексеев. Ольга Красько. Достаточно назвать один турецкий гамбит и больше ничего не говорит. Один из лучших режиссеров своего поколения Иван Твердовский. Феликс Грозданов, кандидат филологических наук и председатель жюри, лауреат государственной премии России, председатель, генеральный директор Москино Наталья Мокрицкая. Ведущие сегодняшней церемонии Алена Коломина и Макс Колосов. Ну и последнее приглашаю замечательную актрису. Не случайно, потому что, возможно, нам экран покажет. В этом году исполняется 80 лет со дня рождения Валерия Михайловича Приемухова. Кто не знает, наш гран-при носит его имя.
Эта звезда нашего кино когда-то появилась на экране, вот смотрите, в таком возрасте, совсем маленькой девочкой. Мы нашли эти кадры из фильма «Милый, дорогой, любимый», единственной Динары Асановой. Заслуженная артистка России Дарья Мороз. Дорогая Даша, я тебе благодарен, несмотря на то, что ты сегодня играешь в спектакль, согласилась появиться на церемонии и сказать несколько слов о Валерии Михайловиче. Я знаю, что твои родители с ним дружили. Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие коллеги. Простите, что я к вам спиной. Здравствуйте всем. Во-первых, я очень рада сегодня быть здесь. Несмотря на то, что действительно через полтора часа спектакль «Фрида», который я играю, я так понимаю, что открывается, да, фестиваль этим спектаклем. Валерий Михайлович, Валера, я в детстве привыкла все-таки без отчества обращаться к Валерию Михайловичу. Не могу сказать, что я его близко знала, но родители действительно с ним очень дружили. Мама снималась у Динары Асановой. Валера работал с Динарой и писал сценарии для ее картин. И есть одна маленькая легенда как раз про фильм «Милый, дорогой, любимый, единственный». Дело в том, что когда мама, значит, была беременна, Динара сказала: «Прекрасно, мне как раз сейчас мы с Валерой пишем сценарий. Мне как раз, значит, нужен ребенок, мне нужна девочка. Вот ты у меня снимешься мамой, а, значит, твоя дочь снимется тоже практически в главной роли». Мама сказала: «Это невозможно, будет мальчик». Динара сказала: «Нет, так не может быть, она же артистка, она не может родиться мальчиком». Ну и, в общем, потом все сложилось, родилась девочка, назвали Дашей. И Динара очень много времени, естественно, на площадке играла со мной, значит, как-то нянчилась. Валеру страшно это раздражало, как рассказывала мне мама. Значит, и в какой-то момент он как подошел к Динаре и сказал: «Динара, все, заканчивай с ребенком возиться, нам надо снимать кино». Она говорит: «Я не вожусь с ребенком, я работаю с артисткой». И тогда Валера, совершенно уж рассердившись, сказал: «Хорошо, ты работаешь с артисткой. Значит, у меня есть в сценарии сценарная ремарка. Ребенок ехидно усмехнулся и показал язык. Ты работаешь с артисткой, пускай она выполнит мою авторскую задачу». Но дальше произошло практически невероятное. Когда включили камеру, этот кадр есть в картине, действительно, я там в возрасте 2,5 месяцев усмехнулась и показала язык. Валера побледнел, как мне рассказывала мама, и больше не задавал этих вопросов. В общем, так я стала артисткой, а Валера, конечно, для всех, мне кажется, для поколения моих родителей, вообще для многих поколений, совершенно особенный человек, особенный артист, особенный автор. Я счастлива, что гран-при вашего фестиваля носит его имя. Это прекрасная память. Я желаю удачи фестивалю, всем участникам, всем зрителям. Желаю увидеть много всего замечательного, получить массу прекрасных эмоций от просмотра. Даша, спасибо. А теперь я попрошу тебя хлопнуть. Я скажу. Итак, друзья, да, вот так. 21-й открытый российский фестиваль кино и театра «Амурская осень» объявляем открытым. Ну а дорогой Даше желаем удачи сегодня, потому что действительно в 7 часов в общественно-культурном центре первый спектакль конкурса антрепризы «Фрида», где блистательная Даша Мороз в главной роли. Друзья, я вас приглашаю всех в зал, актеров за кулисы, и мы продолжаем, да-да-да, нашу церемонию. Ну, а пока все проходят и садятся на свои места, я хочу сказать, что прежде чем мы начнем сегодня наш вечер, мы бы хотели вспомнить прошлый год, юбилейную «Амурскую осень». Пожалуйста, внимание на экран. Зажигается свет, и снова в софитах знакомые лица с улыбкой открытой, и взяли в ответ шквал аплодисментов. Мы живем в нашей жизни ради этих моментов. Человек первый раз в своей жизни, это очень приятно. Благие вести, мы снова вместе. Амурская осень. Это любовь, и нас поражает.
жажда ко встрече с искусством амурской осенью. Мы тебя не отпустим. Благие вести, мы снова вместе. Амурская осень. Людской. Мы рады вас встречать, привечать, с началом амурской осени поздравлять. На сцене Алена Премудрая Коломина. И Максим, ясный сокол голосов. Ой, дорогие друзья, примерно вот так вот в контексте пролога мы должны были с Аленой начать общение с вами.
Но на правах ведущих мы поняли, что, ну, не будем, не стоит впадать в крайность. Хотя, вы знаете, вот эта народность в стилистике нашей церемонии открытия, она вполне уместна, потому что за 21 год, что существует наш фестиваль, он давно получил статус народного. Да, и эта цифра 21 год. Просто совершеннолетие. Эта цифра доказывает, что фестиваль поистине стал народным. Он интересен людям. Он существует, потому что его очень любят. И человек, который сейчас выйдет на эту сцену, также давным-давно заслуженно снискал популярность, народность. Встречайте на сцене автор гимна «Амурская осень» Катя Семенова. Здравствуйте. Забыла включить микрофон. Я счастлива быть сегодня здесь. 21 год «Амурской осени», у меня свой юбилей. Я 10-й раз приезжаю на фестиваль. Приезжаю уже как к себе домой. Спасибо вам огромное, что вы сегодня здесь. И всем нашей команде, всем артистам, всем жюри. Хорошего фестиваля! Москва, Благовещенск, позади 7 часов полета, в багаже только лучшие вещи. Фестиваль — непростая работа. И давайте по-честному спросим, не хотите ли вы, друзья, окунуться в амурскую осень, чтобы поймать журавля. По-честному спросим, не хотите ли вы, друзья, окунуться в амурскую осень, чтобы поймать журавля. Запомним сегодняшний вечер, чтоб хоть капля тепла нам осталась. И давайте по-честному спросим, не хотите ли вы, друзья, окунуться в амурскую осень, чтобы поймать журавля. И давайте по-честному спросим, не хотите ли вы, друзья, окунуться в амурскую осень, чтобы поймать журавля. Гитара! И давайте по-честному спросим, не хотите ли вы, друзья, окунуться в амурскую осень, чтобы поймать журавля. И давайте по-честному спросим, не хотите ли вы, друзья, окунуться в амурскую осень, чтобы поймать журавля. Спасибо! С праздником! Спасибо! Thank you.
Красота, Максим. А ведь в конце фестиваля золотого журавля смогут поймать конкурсанты-счастливчики. Конечно. А ты знаешь, кому-то даже посчастливится поймать проводника той самой журавлиной стаи. Гран-при фестиваля имени Валерия Приемахова. Как сегодня прекрасно, а Валерий Михайлович говорила Дарья Мороз. Ведь это был поистине... удивительный человек, режиссер, актер, сценарист с таким глубоким, непознанным, таким интересным внутренним миром. Быть знаменитым некрасиво. Не это поднимает ввысь. Не надо заводить архивов, над рукописями трястись. Цель творчества – самоотдача, а не шумиха, не успех. Позорно ничего не знача,
быть притчей на устах у всех. Но надо жить без самозванства. Так жить, чтобы в конце концов привлечь к себе любовь, пространство, услышать будущего зов. И надо оставлять пробелы в судьбе, а не среди бумаг. Места и главы жизни целой, очерчивая на полях, и окунаться в неизвестность, и прятать в ней свои шаги, как прячется в тумане местность, когда в ней не видать низги. Другие по живому следу пройдут твой путь за пятью пять, но поражение от победы ты сам не должен отличать, а должен ни единой долькой не отступаться от лица и быть живым, живым и только, живым и только до конца. Александр Макогон. Фестиваль – это люди. Это встречи и общение, это зрители и аплодисменты, это творчество и искусство, это, в конце концов, кино и театр. Кстати, о кино. В этом году на фестивале зрители смогут увидеть 40 кинокартин в программе конкурса. Предлагаю познакомить присутствующих в зале с претендентами на «Золотого журавля». Конкурсная программа полнометражных фильмов. Внимание на экран. «Агата и сыск». Режиссер Владимир Койфман. «Времена года». Режиссер Максим Шабалин. «Мужчина к Новому году» – режиссер Андрей Носков. «На берегу» – режиссер Денис Павленко. «Новое чудо» – режиссер Александра Стреляная. «Туда, обратно» – режиссер Олег Асадулин. «Фургон желаний» – режиссер Дмитрий Сергин. Уже одни названия конкурсных фильмов вызывают неподдельный интерес. О чем, о ком, где и как снято. Знаешь, Максим, если вот у меня будет появляться какое-то свободное время, я с удовольствием буду бежать на кинопоказы. Но, к сожалению, программа фестиваля такая насыщенная, что мне мало что удастся посмотреть. Алён, ты не переживай, за тебя в этом случае обязательно в кино сходят эксперты. Жюри блока конкурсного кино. Итак, председатель жюри, продюсер, генеральный директор Москино Наталья Макрицкая. Ваши аплодисменты. Режиссер Иван Твердовский. Актриса Ольга Красько. Актер Артем Алексеев и журналист Феликс Грозданов. Эх, завидую, потому что эти люди проведут целую неделю близко друг к другу, как хорошие, замечательные соседи. Вот такое вот приятное экспертное соседство. В нашем доме поселился замечательный сосед. Мы с соседями не знали и не верили себе, то, что наш сосед играет на кларнете и трубе. Опа, опа-ра-па-па-па.
пара-пара-папау. Утром зазвонит будильник, нам будильник ни к чему, потому что доверяю я соседу своему. Рано утром на работу он меня разбудит в срок, у него свои заботы, начинается урок. Па-па, ла-пара-па-па. Ла-пара-па-па, ла-пара-па-па, ла-пара-па-па-па, ла-пара-па-па. На работе день проходит, возвращаюсь ровно в пять, слышу, во дворе выводит он мелодии опять. Целый день пенсионеров развлекается толпа, спорят, что теперь играет вновь кларнет или труба. Па-па, ла-пара-па-па. И кто музыку не любит, очень злятся, ну и пусть. Но зато мы эти песни заучили наизусть. Я все больше привыкаю, и поверьте мне, друзья, никогда не засыпаю, если не услышу я. Спасибо. Друзья, мы продолжаем нашу торжественную церемонию открытия. И я предлагаю не прерывать логическую цепочку и продолжить тему кино. Конкурсная программа короткометражных фильмов. Внимание на экран. 40 минут. Режиссер Владислав Павлов. Братишка. Режиссер Алина Сабирова. «Вечернее солнце». Режиссер Сара Мишель. «Дом, в котором мы жили». Режиссер Андрей Кречетов. «Жили они счастливо». Режиссер Алина Бородина. «Лелера». Режиссер Николай Коваленко. «Одиссей и сирена». Режиссер Алекс Негда. «Пируэт». Режиссер Эльсияр Дамаскин. «Прогулка». Режиссер Варвара Алешкевич. «Прощание». Режиссер Корней Рокотян. «Расскажи». Режиссер Григорий Сазанов. «Секретное место». Режиссер Иван Турухано. «Сестра». Режиссер Василиса Мрочко. «С вас 6500». Режиссер Андрей Васильев. «Уроки музыки». Режиссер Кристина Зыбенкова. «Хам Арах». Режиссер Михаил Мерзликин. «Черное». Режиссер Вика Дегтева. «Четыре женщины». Режиссер Анастасия Пастори. «Короткий метр» всегда радует разнообразием и количеством картин. Оценивать их будет компетентное жюри. Итак, жюри конкурса короткометражных фильмов. Председатель, продюсер Максим Добромыслов. Режиссер, актриса Стася Венкова. Режиссер Никита Сичко.
Ваши аплодисменты, дорогие друзья. Вообще, конечно, это непростая работа судить и выбирать. Кстати, о выборе и о кино. Вот, Ален, скажи, как ты относишься, ну, в силу того, что ты актриса, и мне просто очень интересно, как ты относишься к кастингу? Кастингом. Ну что ж, Максим, я стараюсь себе часто повторять. Я люблю кастинги. Это часть моей работы. Ну, вот примерно, наверное, как-то так. Я понимаю. А вот скажи тогда, следующий вопрос, я с другого угла зайду. Я понимаю, что кастинг — это сродни экзамену. Это нервно, это волнительно, это страх забыть текст, не угодить режиссеру. Вот скажи, есть какой-то у тебя, по крайней мере, лайфхак, который позволяет тебе на кастинге раз и сразу понравится режиссеру, желательно с первого раза? Ну, если так вот сразу, мне кажется, нужно просто так зайти и сказать: я то, что надо. Спасибо вам большое. Поздравляю всех присутствующих с открытием фестиваля. До новых встреч. Спасибо.
А мы продолжаем нашу церемонию. Конкурсная программа «Кино» состоит не только из полнометражных и короткометражных фильмов. Совсем недавно к ним присоединилась лаборатория незавершенных проектов. Интересное нововведение, Алён, ты не находишь? Очень интересное нововведение. Мне очень нравится. Лаборатория, значит, есть еще шанс что-то изменить, да? Абсолютно, по крайней мере, доделать. Доделать. Что-то доделать, довести до ума, чем и занимаются, собственно, все кинематографисты изо дня в день, пока их кто-то не остановит. Ну что, внимание на экран? Да, давайте посмотрим те самые работы. Нок-нок. Режиссер Владимир Мотырев. Буря. Режиссер Сара Мишель. Здесь недалеко. Режиссер Тимур Чаплиани. Комплименты. Режиссер Василиса Мрочко. Лучшее дома. Режиссер Татьяна Федюнина. Портсигар. Режиссер Дмитрий Карташов. Следствие и причина. Режиссер Полина Фролова. Смотрят эти картины эксперты лаборатории незавершенных проектов. Председатель жюри, актер, продюсер Егор Корешков. Продюсер Елена Калинина. Продюсер Антон Тюриков. Знаешь, Алена, вот как бы банально это ни звучало, я очень люблю совпадения. Вот ты только послушай. Конкурс называется «Лаборатория незавершенных проектов». А следующая композиция у нас называется «Неоконченный роман». Максим, так дело в том, что все случайности, они не случайны. На сцене Юлия Такшина и Вячеслав Гугиев. Любовь, мы отдали ей дань безумства. О, Боже, как была к лицу тебе твоя весна. Но осень на дворе, деревья в серебре. Увы, привычка охватила нас. Но осень на дворе, деревья в серебре. Увы, привычка охватила нас. Снежинки на ресницах таяли, и зачарованно читали мы красивый незаконченный роман про любовь без измен. Но все когда-нибудь кончается, так от судьбы давай уйдем сейчас, оставив незаконченный роман в парке на скамье. Немало между нами радостных воспоминаний, но я бы не хотела знать огонь ее любви. Расставшись, мы с тобой спасем свою любовь от сложных разговоров и обид. Расставшись, мы с тобой спасем свою любовь от сложных разговоров и обид. С
снежинки на ресницах таяли, и зачарованно читали мы красивый незаконченный роман про любовь без измен. Но все когда-нибудь кончается, так от судьбы давай уйдем сейчас, оставив незаконченный роман в парке на скамье. Ресницы таяли, и зачарованно читали мы красивый незаконченный роман про любовь без измен. Но все когда-нибудь кончается, так от судьбы давай уйдем сейчас, оставив незаконченный роман в парке на скамье, оставив незаконченный роман в парке на скамье. Спасибо, друзья. Юлия Такшина, Вячеслав Гугиев. Спасибо, дорогие. Мы поздравляем вас с открытием этого чудесного фестиваля. Отличного фестиваля всем. Спасибо. Ваши аплодисменты прекрасным артистам. Ну что ж, и у нас в нашей кинопрограмме не осталось неоконченных романов. Конкурсная программа представлена полностью. И теперь наши зрители, жюри, гости, участники фестиваля знают, что им предстоит увидеть. Кстати, дорогие друзья, напоминаю, что вход абсолютно на все кинопоказы свободный. Приходите, смотрите. Мы уверены, что это будет станет настоящим праздником для всех ценителей и любителей кино. Ведь фестиваль встречает зрителей и открывает им новых актеров, новые имена, новых режиссеров. Да, Алена, подожди, не торопись. Давай все-таки не будем забывать о наших легендах. Амурская земля — это родина, как вы знаете, трех великих режиссеров. Леонид Гайдай, Валерий Приемухов, Виталий Мельников. Да. Они – достояние и гордость Приамурья. Кстати, в 2003 году в рамках «Амурской осени» Виталий Вячеславович Мельников вместе со своей дочерью Ольгой вернулся в те места, где он вырос. Провел раннее детство в село Мазаново. Встреча вышла очень эмоциональной. Вообще, Лен, ты знаешь, малая родина – это корни, это, безусловно, любовь на самом генном уровне. Это вот то, что сложно выразить словами. На сцене, дорогие друзья, певица, автор песен Ольга Панюшкина. Ольга Панюшкина. Напои водой родниковой из рук твоих, заплети косы лентой березовой. Я в лугах твоих упаду лицом в траву. Вся земля твоя дышит любовью к тебе. Где найти мне себя? Я иду наугад, на свет вдали.
да не видно низги. Автор и исполнитель песни «Родина» Ольга Панюшкина. Спасибо большое. Я впервые на фестивале, благодарю вас. Я впервые на фестивале и очень рада стать частью команды. Надеюсь стать частью команды. Благодарю вас и удачи всем, кто участвует в конкурсе. Алена, а что если... Не стоит... Тогда, может быть, можно... Не нужно. Понятно. Ну, разрешите хотя бы... А вот это попробуйте. Знаешь, если бы диалог из фильма «Бриллиантовая рука» не был настолько культовым, зрители сейчас бы могли понять, что мы, ну, что-то как-то... Что-то с нами... Да и как-то начали заговариваться и говорить какими-то странными
словами. Я понял тебя. Сегодня мы, конечно, не можем не вспомнить о Леониде Гайдае. Личность, глыба, махина. Можно тысячи и тысячи эпитетов подобрать. Уроженец города Свободного нашей с вами Амурской области. Этот год юбилейный. 100 лет со дня рождения. И каждому в зале известно, что приз за вклад в комедию, приз мэра города Свободного, носит имя Леонида Гайдая. Его фильмы — это наш золотой фонд. На сцене актриса Яна Крайнова. Слова любви вы говорили мне в городе каменном, а фонари с глазами желтыми нас вели сквозь туман. Любить я раньше не умела так огненно, пламенно. В душе моей вы разбудили вулкан. Помоги мне, помоги мне в желтоглазую ночь позови. Видишь, гибнет, сердце гибнет в огне дышащей лавы любви. Нам попугай грозил загадочно пальмовой веточкой, а город пил коктейли пряные, пил и ждал новостей. Вы называли меня умницей, милою девочкой, но не смогли понять, что шутите вы с вулканом страстей. Помоги мне, помоги мне в желтоглазую ночь позови. Видишь, гибнет, сердце гибнет в огне дышащей лавы любви. Ямайским ромом пахнут сумерки синие, длинные, а город каменный по-прежнему пьет и ждет новостей. Закат опять окрасил улицу красками дивными, но грозовые тучи кружатся над вулканом страстей. Помоги мне, помоги мне в желтоглазую ночь позови. Видишь, гибнет, сердце гибнет в огне дышащей лаве любви. Спасибо. Я приветствую Благовещенск, зрителей, гостей и, главное, коллег. Это потрясающе, волнительно выступать здесь перед вами. Желаю вам фестиваля полного любви и добра. Яна Крайнова. Максим, скажи, а я прочитала, что в этом году ты принимаешь участие в спектакле, который... показан в рамках внеконкурсной программы, правильно? Да, я знаю, что ты прекрасно осведомлена. Вообще, друзья, в рамках фестиваля в этом году будет показано 12 спектаклей. 3 во внеконкурсной программе и 9 в конкурсной. И, Алена, если ты не против, давай нашим дорогим зрителям, гостям и участникам расскажем и покажем, какие. С удовольствием. Внимание на экран.
Фрида. Режиссер Сергей Сотников. Варшавская мелодия. Режиссер Сергей Сотников. Забыть Герострата. Режиссер Екатерина Королева. Научи меня любить. Режиссер Харан Чхалян. Розыгрыш. Режиссер Вячеслав Гугиев. Ты свободен, дорогой. Режиссер Владимир Шевельков. Без свидетелей. Режиссер Артем Каграманян. Особенности национальной женитьбы. Режиссер Петр Белышков. Третий с краю. Режиссер Андрей Носков. И мы представляем жюри конкурса антрепризных спектаклей. Итак, председатель жюри, директор, художественный руководитель театра «Приют комедианта», заслуженный работник культуры России Виктор Миньков. Народная артистка России, актриса театра «Эсцетера» Людмила Дмитриева. Драматург Александр Коровкин. И продюсер театра «Вет» Лейла Курашинова. Эх, театр — это все-таки магия, непосредственный контакт со зрителем. Это во время спектакля складывается такое впечатление, что между зрителем и артистами на сцене как будто тянется такая тоненькая ниточка. Красная? У всех она разного цвета, но она тоненькая, иногда даже невидимая. Но очень прочная. Ниточка. Thank you.
на заре оборвалась ниточка. За спиною с моей захлопнулась калиточка. Я без ниточки лечу, я лечу без ниточки. Я от боли трепещу, а на лице улыбочка. Что ты сделала со мной? Этой светлой осенью привязала к сердцу нитку, в небеса подбросила. Я тоскую, плачу я, и ничего не радует. Я по ветру не лечу, я не лечу, а падаю. Максимум. Браво. Второй год подряд артисты, которые приезжают на Амурскую осень, и гости, которые становятся участниками Амурской осени, они являются ведущими артистами театров России, которые дают возможность благовещенцам и гостям города увидеть репертуарные постановки. В этом году театральный гость из северной столицы, из Санкт-Петербурга. Самобытный, уникальный театр, который в 2000 году стал первым в России государственным театром, репертуарным театром без постоянной труппы. Для каждого спектакля приглашенный режиссер формирует команду постановщиков и артистов. И это уникальнейший театр «Приют комедиантов». И сегодня артисты театра здесь, с нами, на Амурской земле, на церемонии открытия нашего кинофестиваля. Дорогие друзья, искупайте наших гостей в бурных аплодисментах Дальнего Востока. Стоял на
Русягу косу чесала, Русягу косу чесала. И дней девчина стояла, Русягу косу чесала, Русягу косу чесала. Ой, коси, коси вы мои, ой, коси, коси вы ж мои, долго служили вы мені, долго служили вы мені. Ой, коси, коси вы ж мої, довго служили ви мені, довго служили ви ж мені. Більше служить не будете, більше служить не будете, під білий вінок підете, під білий вінок підете. Більше служить не будете, під білий вінок підете, під білий вінок підете. Приют комедианта. Спасибо. Спасибо вам. Побежим готовиться к спектаклю. Мы впервые в городе, и нам так радостно, что Виктор Михайлович с приютом комедиантов приехал сегодня в этот город. И мне кажется, что театр, кино очень близки. Вот. И мы хотим пожелать и вам, и нам больших успехов, впечатлений, да? Радости и прекрасного настроения. Да, удачи и до новых встреч. Приходите к нам на спектакли. Спасибо. События фестиваля проходят не только в Благовещенске. На творческие встречи, спектакли, концерты имеют возможность приходить и жители большой Амурской области. В этом году артисты традиционно побывают во многих городах и селах Приамурья. Но география фестиваля не ограничивается только Приамурьем. Конечно. С 2004 года фестиваль проходит в Хабаровске. Часть спектаклей конкурсной программы видит регион-сосед. А с ним амурчан связывает река. То есть, Алена, получается, что у Хабаровска и у Благовещенска есть кое-что общее? Ну, как минимум. Ну, река и Амурская осень. На сцене гости соседнего региона, актер Хабаровского краевого музыкального театра Даниил Степанов. Встречайте! Песни прибоя рассвет пробуди. Сердце как друга море встречает. Сердце как песня летит из груди. О, море, море, преданным скалам. Вместе с собой грустные звезды в поисках ласки
сквозь синюю вечность летят до земли. Море навстречу, детские сказки на синих ладонях несут корабли. О, море, море, преданным скалам ты ненадолго подаришь прибой. Море, возьми меня в дальние дали, паруса малым вместе с тобой. Спасибо. Друзья, ну, как вы поняли, наш фестиваль максимально имеет необычный формат. Вот, Алён, спроси меня, почему? Почему? А я тебе отвечу, потому что «Амурская осень» — это единственный фестиваль, который из тех 150 плюс-минус, которые есть в Российской Федерации, вот, который имеет сразу блоки конкурсные и театра, и кино. Это фишка такая получается? Я думаю, что это и фишка, это и фирменный знак, и в целом это то, что выделяет, отличает и ставит на недосягаемый уровень наш фестиваль на фоне всех остальных. Да, хорошо. А тот факт, что сам фестиваль проходит в регионе, который находится в непосредственной близости к Поднебесной? А тот факт, что среди гостей в этом зале присутствуют не только китайцы, но и японцы. Угу. Так, я предлагаю сейчас уже остановить наше словесное состязание, потому что мы оба, да и все зрители сегодня в зале, понимают, что фестиваль действительно необычный и поистине уникальный. А на сцене обладатель действительно уникального голоса контртенора Артур Васильев. I'm trying to hold my breath, let it stay this way, can't let this moment end. You sent off a dream in me, getting louder now, can you hear it echoing? Take my hand, will you share this with me? 'Cause darling, without you, all the shine of the thousand spotlights, all the stars we steal from the night sky will never be. Never, never, never,
сразу в гостиницу улетел. Десятку твоего мармарину не побито, не побито. Артур Васильев. Спасибо, друзья мои. О, спасибо. Я, честно говоря, впервые на этом замечательном фестивале, и я поздравляю вас с открытием. Друзья, ура! Спасибо. В этом году Амурская область отмечает свой день рождения. 165 лет. Красивый, большой, гостеприимный, перспективный регион Амурская осень, безусловно, является культурным брендом Приамурья. К промышленным и туристическим брендам относятся Бурейская и Зейская ГЭС, крупные золотодобывающие предприятия, заводы по переработке сои. Но, Алена, ты знаешь, наверное, главный символ этого региона – первый в России гражданский космодром «Восточный». И мы абсолютно точно можем сказать, что Амурская область – это просто космос. Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе видна. Как сын грустит о матери, как сын грустит о матери, грустим мы о земле, она одна. А звезды, тем не менее, чуть ближе, но все так же холодны. И как часы затмения, ждем света, и земные видим сны. И снится нам не рок от космодрома, летим орбитами, путями неизбитыми, прошит метеоритами простор. Оправдан риск и мужество, космическая музыка вплывает в деловой наш разговор. В какой-то дымке матовой земля, в иллюминаторе вечерняя и ранняя заря. А сын грустит о матери, а сын грустит о матери, ждет сына мать, а сыновей земля. Поет! Все!
что ж, мне кажется, мы готовы спеть все вместе, да? Благовещенск, я не слышу, да? Поехали! И снится нам космос. Громче, громче, все, все, все! Не а здесь что нам снится? А снится нам что ж, не слышу? Кстати, исполнивший роль Германа Титова в фильме «Гагарин. Первый в космосе». Да, спасибо огромное, друзья. Еще раз добрый вечер. Безумно приятно быть сегодня здесь. На самом деле, хочу пожелать удачи фестивалю и, конечно же, вспомнить свою любимую фразу. Театр и кино, возможно, не изменит этот мир, но они могут изменить каждого из нас. Удачи! И сделать чуточку лучше. Вадим Мичман. Знаешь, что я тут подумала, Максим? Я вот за справедливость. Ага. Прости, я не понял. Что-то случилось? Да, так вот у меня скачут мысли, но мы сегодня говорили об артистах, о жюри, о зрителях. Все верно. Но еще ни слова не сказали об организаторах фестиваля. Это ведь несправедливо, как ты думаешь? Абсолютно. Предлагаю исправить эту вопиющую несправедливость. И? И пригласить сюда человека, на плечах которого лежит весь груз открытого фестиваля кино и театра «Амурская осень». Это наш любимый, незаменимый Сергей Владимирович Новожилов. Спасибо. Спасибо, дорогие друзья. Грустно мне, конечно, лежит. Но без поддержки огромного количества партнеров и организаций этот фестиваль никогда бы не состоялся. И приехав 22 уже года назад, потому что это был 2002 год, «Амурская осень» с 2003, а вначале это было «Эхо киношока». Вот теперь каждый год мы стараемся сделать так, чтобы этот фестиваль держал свою высокую планку. Стараемся, чтобы он всегда чуть-чуть, но становился лучше. А это возможно только с помощью друзей и партнеров. Я хочу поблагодарить прежде всего Министерство культуры Российской Федерации, которое изначально все эти годы поддерживало наш проект. Это, конечно же, культурный фонд президентских инициатив, президентский фонд культурных инициатив, которым мы сотрудничаем в последнее время. Без всякого сомнения, это правительство Амурской области, Министерство культуры и национальной политики Амурской области. Я не могу не сказать благодарности нашим партнерам. Сейчас нехорошее слово, какой-то спонсор. Они давно уже друзья и партнеры. Это, конечно же, холдинг «Сибур», с которым нас связывают тесные узы уже теперь не только в Благовещенске, но и в Тобольске, и в Дзержинске. Это ТРЦ «Острова». Это сельскохозяйственный комплекс «Тепличный». Это салон цветов «Оранж». Это ювелирный дом «Алмаз». Давайте им поаплодируем всем. Я хочу сказать большое спасибо всем учреждениям культуры города Благовещенска. Вот здесь, в этом здании Амурской областной филармонии, мы начинали 21 год назад «Амурскую осень» и вернулись в «Альма-Матер». Спектакли идут не только в филармонии, но и в общественно-культурном центре Благовещенска, в старейшем на Дальнем Востоке Амурском областном театре драмы. Большую помощь оказывает нам последнее время уже теперь и в новом здании Дом народного творчества, где идут конкурсные показы фильмов
Это краеведческий музей, где мы традиционно открываем выставки. И арт-галерея «Пушкарев», которая появилась впервые как новый фестивальный объект в прошлом году. Ну и, конечно, наши информационные партнеры. Амурский медиа-центр, Амурское областное телевидение, ГТРК «Амур», Амурская правда. Спасибо, кстати, кто-то из компаний сегодня ведет трансляцию. Наши федеральные партнеры, российская газета «Аргументы и факты», «Вестник», кинопрокатчика и кинотеатр.ру. Спасибо вам большое, все дорогие друзья и партнеры. Ну и спасибо Московской и Благовещенской дирекции, которые весь год, как только завершается открытие фестиваля, начинают подготовку к следующему году. Итак, 21-я осень стартовала. Повторюсь еще раз. Спасибо. Вы знаете, дорогие друзья, хочется внести маленькую лепту. Мы, участники фестиваля, знаем работу дирекции изнутри. Это действительно команда профессионалов. Это логистика, графики репетиций, выступлений, программа, подготовка площадок для событий фестиваля, а их событий сотни и сотни. Вот. И все это делается действительно руками Московской и Благовещенской дирекций. Эти люди трудятся день, ночь, и, мне кажется, иногда просто готовы плакать от усталости. Ты знаешь, мне кажется, что когда фестиваль заканчивается, они наоборот начинают не то чтобы плакать, но, по крайней мере, такие грустные сидят и думают, ну когда же наступит тот самый счастливый месяц сентябрь, когда мы скажем, вас ждет новая амурская осень. Итак, друзья, для вас на сцене Ив Набиев. Ты не верь слезам, все вернется. После долгих ночей. Сколько нам с тобой неба синего, моря пенного, тела бренного. Чашу полную жизнь отмерила. Выбирай, выбирай, у реки два берега. У реки два берега. У реки два берега. У реки два берега. One, two, three, go! Ты не верь слезам, все вернется после долгих ночей. Что называется по-молодежному. Спасибо, Ив, дал энергии. Да, зарядил наших зрителей на 100%. Вот так мы бодро, весело, в отличном настроении входим в 21-ю амурскую осень. И мы уверены, что она станет незабываемой. И, как всегда, пролетит как один миг. Thank you.
вечно все в этом мире бушующее. Есть только мир, за него и держись. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Вечный покой сердце вряд ли обрадует. Вечный покой для седых пирамид. А для звезды, что сорвалась и падает, есть только миг, ослепительный миг. А для звезды, что сорвалась и падает, есть только миг, ослепительный миг. Пусть этот мир вдаль летит сквозь столетия, но не всегда по дороге мне с ним. Чем дорожу, чем рискую на свете я, мигом одним, только мигом одним. Чем дорожу, чем рискую на свете я, мигом одним, только мигом одним. Гия Пирадзе, Алена Коломина, Макс Колосов, Катя Семенова, Александр Макогон, Юлия Такшина, Ольга Панюшкина, Ваня Заматаев, Слава Гугиев, Яна Крайнова, Вадим Вичман, Артем Губин, Артур Васильев, Даня Степанов, Маша Болтева, Лена Калинина, Слава Карабицын и Набиев. Сейчас поем все вместе, и те, кто на сцене, и те, кто в зале, все в Благовещенском. Счастье дано, повстречать иль беду еще. Есть только миг, за него и держись. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Называется жизнь. Этот миг называется «Амурская осень». С открытием! Наши солисты и ансамбли «Максимум» и «Стрекоза». С открытием, друзья! Столь часто лент черно-белых дорог, призрачной радуги счастья, если уставший скрипач.
вот так красиво, практически с золотой пылью, амурская осень влетела в нашу жизнь. Впереди нас всех ждут 8 насыщенных конкурсных дней с огромным количеством мероприятий. Обязательно смотрите программу, обязательно смотрите эфир Амурского областного телевидения. Мы постараемся радовать вас и встречами с любимыми артистами, и самыми яркими событиями Амурской осени. Ну, через 8 дней, по традиции, в прямом эфире вы увидите церемонию закрытия фестиваля. А я, Евгения Монакова, и весь коллектив Амурского областного телевидения с огромным удовольствием, признательностью прощаемся с вами. Дорогие друзья, прекрасных вам впечатлений и до скорой встречи в эфире.